Сотрудники МФЦ продолжают работу, несмотря на праздничную атмосферу. Многофункциональному центру в Одинцово исполнилось 8 лет. А все начиналось с двух офисов на колесах, вспоминает глава округа. Первое полноценное отделение было открыто в январе 2015 года в торговом центре «Арбат». Это был настоящий прорыв. Электронная очередь, максимально комфортные условия для посетителей. Тогда просто всех шокировало, что власть может быть такой и чуткой, и мегапрофессиональной. Сейчас у нас за эти годы в 4 раза, по-моему, больше окон, если не ошибаюсь. У нас уже 7 подразделений обособленных и 29 окон на удаленке в поселениях. И более 300 человек наших работников. Сегодня в Одинцовском офисе МФЦ 106 окон для приема жителей по предоставлению государственных и муниципальных услуг. В округе работает 8 многофункциональных центров, а также 12 удаленных рабочих мест. Жителей обслуживает 307 человек. Они консультируют граждан по основным вопросам. Конечно, самое основное – это Росреестр. Они занимают процентов 70. Также идет соцзащита, пенсионный фонд. Ну и, конечно, людям мы показываем, как работает зона РПГУ, портал госуслуг, для того, чтобы они могли какие-то услуги получить из дома, не выходя. Наш МФЦ – один из образцовых в Московской области, подчеркнул Андрей Иванов. Сегодня он работает как часы и не раз становился лидером в регионе. Как спортсмен, хочу сказать, что тяжело достичь первого места, но еще сложнее это первое место удержать, потому что ничего не стоит на месте, все также хотят быть лидерами. Вот, наше лидерство пока бесспорно, мы уже для многих образцы, для подражания, многих учим, проводим вебинары, к нам приезжают гости, и дай Бог, чтобы так было и дальше. По случаю дня рождения праздничный торт, цветы, грамоты и не только. Наш центр вновь занял первое место в Подмосковье. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».